руководитель лаборатории Тесла Динамика. Почти послушаем. Значит, долго, конечно. Руководитель лаборатории я был 25 назад. Сейчас простой пенсионер. Объявлю тему. Самый простой. Самый простой человек, у которого не то же. Начну, наверное, необычно, потому что я здесь человек новый. Во-первых, здравствуйте, коллеги дорогие. Добрый день. Свободные, скажем, в свободном полете. Сейчас тоже в свободных хлебах и в свободном полете. В недавнем прошлом ведущий инженер достаточно закрытых контор. Недавно буквально кончился первый допуск, и поэтому сейчас я позволяю кое-где ходить и что-то там говорить о чем-то. Вот, а речь пойдет о так называемом проекте МАП, который буквально недавно обозвали несколько академиков прошлым проектом, который никому не нужен. Он тогда был никогда никому не нужен, и сейчас тоже будет никому не нужен. Но этих академиков никто не посвящал ни в какие проблемы этого проекта. То есть это была у них самостоятельная какая-то подготовка. И вот такая гуляющая черная рецензия об этом проекте по всему, скажем так, научно-общественному полю. О чем идет, собственно, речь? После многолетнего изучения я буду читать. Просто чтобы сжато было эти всякие ремарки, которые время удлиняют. После многолетнего изучения наследия великого ученого, изобретателя Никола Тесла, коллектива ученых из разных НИИ, руководителем которого я являлся с 1987 года, уполномочен сейчас уже многое рассказать. Нам удалось выяснить, что более 100 лет назад Тесла открыл эффект аномальной проводимости в металлах. Аномальной проводимости в металл. Это 100 лет назад. Похоже, очень.